Мы все... Игрушки! Второй игры! Папа, плейтайм! Поставь! За 3 секунды! Вместо с добрыми игрушками! Ставь лайк, если ты просто тобой Найсик, бро! И я сейчас нахожусь в Bedrock Edition в Майнкрафте! А знаешь почему? Потому что это второй ролик за день! Я решил сегодня, так сказать, в субботочку тебе подогнать второй ролик. Ну и чем мы будем заниматься в этом ролике? Давай поведаю тебе. Итак, смотри, это карта Poppy Playtime, вторая глава. Ну и, в общем-то, у меня есть вот такие вот аддончики. А, то есть Бокси-Бу, как ты видишь, спаун-Бокси-Бу и спаун-Бокси-Бу. И вот он как раз ходит, вау, смотри, какой красавчик вообще. Вот, и также у меня есть палки Team Red и Team Blue. Что они означают? Это означает то, что синяя команда и красная команда. Ну и, в общем-то, отмечаем его синей командой, то есть Бокси-Бу у нас синий, а красным будут все монстры Poppy Playtime. То есть я решил сразить Бокси-Бу со всеми остальными монстрами из Poppy Playtime. В общем-то, у меня здесь вот есть аддончиков очень большое количество, и я буду потихонечку начинать каждого ставить. В общем-то, давай сначала мы сразим Бокси-Бу с... Ну, кто у нас был в первой главе? Конечно же, Хаги-Ваги. И, в общем-то, больше никого, да? Ну, и все остальные игрушки по типу Буги-Бота и остальных. Давай-ка мы тогда найдем сначала Хаги. Вот такой... А, Хаги-статую мы не будем ставить. В общем-то... Одного Хаги мы нашли, второй Хаги найден. Так, даже можно вот так вот просто вписать. И вот они все Хаги-Ваги. А, вот такой вот Хаги-Ваги есть. Подожди, это маленький Хаги-Ваги? Нет, мне кажется, это нормальный. Ну и вот такой вот есть. А, также Хаги-Ваги Блю вот такой. Баррель о Хаги тоже поставим, пусть будет. Еще Хаги-Ваги. И еще Хаги-Ваги. Ты посмотри, как много у нас Хаги-Вагушек. Просто нереально. Ладно, вроде бы все, теперь достаточно. Даже не знаю, здесь еще какие-то Хаги-Ваги есть. Ладно, пусть вот этот еще будет. Ну и мини-Хаги-Ваги мы не будем ставить, это уже другое. Так, ладно, начинаем. Итак, ставлю первого Хаги. Вот так вот он выглядит. Очень странный. И его мы в красную команду пихаем. И, как ты видел, за секунду просто уничтожил. Кстати, можно звук погромче сделать. А нет, это и так максимум. Ладно, ставим следующего Хаги-Ваги. Это Хаги-Ваги от Бенди Демона. Итак, начинается битва. Нереально. Не может быть. Неужели он его так спокойно уничтожил? Он даже ему подняться не даст. Офигеть, я вообще не знал, что вот такое может быть. Ну смотри, Бокси-Бу сильнее, чем Хаги-Ваги. Ладно. Продолжаем следующий Хаги-Ваги. Вот такой вот он. И он напал! Тоже уничтожен. Невероятно. Какая же мощная сила. Ладно, теперь вот этот Хаги-Ваги. И его тоже уничтожили. Офигеть. Я что-то в шоке немножечко. Ладно, убираем. В принципе, первых Хаги-Ваги мы проверили. Теперь следующий Хаги-Ваги вентиляции. Вот такой вот. Так, и его тоже захавали с одного укуса. Ладно, следующий Хаги-Ваги это у нас... О боже! Это Килли Вилли! Ну, Килли Вилли, ты выиграешь? Чего? Килли Вилли сильнее? Я, если честно, вообще не подозревал такого. Еще разок. А в этот раз сильнее Килли... Ой, уже... Бокси-Бу. Окей, продолжаем. Итак, ставим вот такого вот мини-Хаги-Ваги теперь. Так, Блю и Ред. Давай, малыш, ты должен его победить. Но нет, без шансов, ладно. Так, следующий Баррел Оур Хаги. Ну, это, наверное, просто какая-то для игрушек, что ли. Ну, ладно, в принципе, мы все Хаги проверили. Подожди-ка, у нас еще завалялся. Это еще один Хаги. Давай, ну хотя бы этот. Опа, тоже лег. Просто без шансов, бедняжка Хаги-Ваги. Ой, я его тоже отметил, ладно. Продолжаем. Тогда следующего персонажа, которого мы возьмем из Poppy Playtime, это будут, ну, все... А, пусть тогда Килли Вилли будет. Вот такого мы еще не пробовали, и он съел его за секунду просто.
Почему они всех одним укусом съедают? Это очень странно. Так, еще разок. Не, этот Килли-Вилли, походу, очень сильный. Нереально прям. Так. Видишь? По нему Бокси-Бу укус сделал, и ничего не получается уничтожить. Так, ладно, я тогда поставлю сразу несколько Бокси-Бу и отмечу их как синих. Давайте, нападайте, нападайте, нападайте! Не, один Килли-Вилли сильнее. Я в шоке. Да, смотри-ка, у нас Килли-Вилли это не слабачок. Ладно, продолжаем, в принципе. Так, Хаги-Ваги ставим. Ой, Бокси-Бу. Блин, теперь он мешать нам будет. Смотри, он нападает на него. Ай, засранец, смотри. Давай сразу миллион наставим, чтобы они уничтожили его уже, наконец. Так, и отмечаем их синенькими. Так. Давайте, уничтожайте его. Несите его. Он должен быть уничтожен. Блин, смотри, не получается у них ни у кого. Вообще никак. Фуф, да, походу это самый сильный. Ну, L Entities или... Он не уничтожен. Почему? Он вообще не убивается. Смотри, я все таблички уничтожил, а его нет. Офигеть. А если я kill... Е, напишу еще раз. Реально не помогает, никак не убивается. Ладно, проехали. Это, походу, самый сильный монстр вообще, который только может быть. Тогда летим дальше по фабрике. Что делать? У нас других выходов нет. Вот туда вот просто полетим куда-нибудь или куда нам вообще лететь? Как нам найти ли локацию, где мы можем спокойно это... Ну, что-нибудь поделать, не знаю. О, смотри, мы в конец Локи сейчас полетим. Да пофиг, да, надо где-нибудь просто найти место битвы. Где нам провести следующую битву, где будет Бокси-Бу и какая-нибудь длинноногая мамочка или Буги-Бот. Вот, допустим, вот здесь можно? Не, это, кстати, очень дурацкая местность. Это где вот конец уже мамочка погибла. Мне не нравится эта Лока, она слишком пустая. Хотя вот здесь нормально. Да, вот здесь можно устроить битву. Так, вот этого Килли-Вилли мы сразу убираем нафиг. И ищем теперь... давай тогда реально длинноногих мамочек поставим. Вот она, длинноногая мамочка. И вообще можно также загуглить. Mommy Long Legs. Вот такая. О, смотри, она сразу атакует. У нее в руках Поппи. А за что она куколку Поппи тащит? Офигеть. Смотри, у нас Бокси-Бу проигрывает ей. Даже куча. Ну ладно, понятно. Короче, мамочка побеждает спокойно. Вообще. Ага, понятно. Ладно, летим дальше. И теперь попробуем что-нибудь еще. По типу... Сейчас вот это сломаем. О, вот здесь еще можно драку организовать. Вот это длинноногая мамочка. Или Бокси-Бу. Проверяем. Так, погнали. Он ее съел. Так, теперь вот эта мамочка. Это мертвая. Подожди. Ладно, я, походу, не то взял. Давай тогда Angry Mommy Long Legs. И Mommy Long Legs 2. Вау, вот это посильнее будет, наверное. Не, смотри, он ее съедает спокойно. А вот эту? Ну, это сильная будет, по-любому. Да, она его с одного укуса просто. Фига она злая. Ладно. Так, она нападать будет, да? Больше мы в этой локации сражаться не можем. Ну ладно, тогда ставим вот сюда Бокси-Бу. И надеюсь, что мамочка не побежит. Она побежала. Все, спокойно. Ну, мамочек мы проверили, вроде бы здесь больше нету особо таких прям мамочек новых. То есть, ну, вот эту поставлю, ну да, это уже было. Так, красный и... па-па-пам! Почему ты не встаешь, братишка? Спасайся! Все, он всех захавал. Ну да, с одного укуса. Продолжаем. И следующий, кто у нас попадет в битву, это будет... Даже не знаю, давай думать. У нас есть кролик Бонза. Я думаю, что можно кролика Бонза взять. Почему бы и нет? Бонза. Так, гуглим. И здесь у нас есть еще вот такой вот. Сначала вот этого проверим. Так. Давай, нападаем. Изи. Так, теперь проверяем вот этого. Давай, кто победит? Ай, вообще без шансов. Так, а еще есть вот такой. Ой, стоп, это синус, да? Ну, получается, да.
И они ничего не могут сделать ему, вообще ничего. Как бы ни пытались. И смотри, он в свою коробку залез и опять не вылазит из нее. Вот дурашка, а. Ладно, короче, пофиг. Хотя нет, смотри, смотри, смотри. Опа, съел. Отлично. Следующий бонзо. Еще есть вот такой вот. И вот такой. Ну, давай попробуем всех. Раз уж начали. Вот этого проверяем, вот этого проверяем. Кролик Бонза выиграл? Он вообще всех жирает, а посмотри. Без шансов. Офигеть. Ладно, летим дальше. Надо куда-нибудь дальше пойти. Вот здесь вот следующая будет организация у нас. И следующий, кого мы поставим, это будет какой-нибудь цветочек Дейзи. А, Пиджей Пак, конечно. Так, Бонза не может пройти. Вот, Пиджей, давай. Он съел тоже. Смотри, это из этого мода Пиджей и все остальные, они какие-то сильные. Вообще персонажи Поппи Плейтайма. Ну, ладно, бывает и такое. Теперь мы вот сюда летим. И здесь поставим еще одного Боксибу. У нас, если что, Боксибу сражается против всех вообще. Пиджей. Гуглим Пиджей и ставим его разные версии. Надеюсь, что вот эта вот версия раскатает сейчас вот этого вот. Давай, 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 давай. Погнали. А смотри, он застрял. Ладно, нового поставим. Блин, они все застревают. Давай-ка мы нормальную локацию найдем. Вот, допустим, вот туда вот пролетим. Блин, а здесь мамочка. Вот, смотри, вот здесь. Нормально будет битву провести? И съел. Этого съел. А этого? Да блин, он всех съедает на раз, два, три прям вообще. Я даже не успел насладиться дракой. Ладно, проверяем следующих, и я думаю, что это... О, смотри, у нас же есть старая мопса-гусеница, точнее, гусеница просто. Еще как-то мамочка сейчас погибла, офигеть. Ладно, ладно. Пока что вообще, ну, хорошо идем. Буги-бот, давай буги-бота. Итак, ставим вот такого буги-ботика. О, нет, приближается Пиджей Пага, и знаешь, они сейчас схавают его. Давай, 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 давай. Блин, он его, кстати, он не наравне по силе. Смотри, смотри. Опа, съел. Так, отлично. Ну, как ты видел, некоторые реально сильнее бывают. Так, этого съедай. Этого может, этого. Не, вроде он всех спокойно съедает. Ну да, вообще без проблем. Буги-бот это для него не проблема, очевидно. И как бы кто вообще по-другому думал? Но никто. Дейзи. Давай теперь Дейзи. Так, спам Дейси, Тейси, маскот, тоже пусть будет, марионетка той. Ну и катаут мы не будем ставить. Итак, ставим наш няшную ромашку. Нашу. Ромашка погибла. Эта ромашка тоже погибла. Этот маскот. Это вообще неубиваемый. Так, а вот этот? Вот этот убиваемый. Потом. Так, все, он спрятался в свой кулек. Ну ладно, ладно, ладно. Так, Дейзик никак не может справиться, очевидно. Тоже слабый персонаж. Ну, типа, это маленькая игрушка, что она сделает. Но вот Килливилли вообще мне понравился, он прям спокойно справился. Вот я еще хотел посмотреть, как Брон. Брон вообще может, способен что-нибудь противопоставить. В принципе, он же тоже это, как бы, ходит. Так, так, погнал, 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 погнал. Так, я пока что второго поставлю. Опа, съел. Так, второго, второго. Давай, Брончик убегает, он боится. Так, вот, все, вроде бы всех проверили, хотя вот этого еще не проверили. Так, Ред. И давай, пробуй, пробуй, пробуй всех. Ой, этого выкинул вообще. Ну да, он там всех съел, без шансов. Ладно, 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 я понял. Ищем следующего персонажа. Вот этого Килли мы ставили вообще, это какой-то странный. Смотри, он нерабочий. Ну да, смотри, вообще странная фигня. Ладно, этот Килли у нас выпадает просто из битвы. Я думаю, я забыл, кого еще я не ставил. Дэдди Лонглекс, ребеночка длинноногого. Мини Хаги я точно не ставил. Эксперимент 1006, вот это интересно будет, вот это драка. Сейчас посмотрим. Так, этого спокойно съел. Ребеночка тоже, папа и ребеночка он спокойно съел. И вот это очень важно. Вот это сейчас битва будет. Пиши в комментариях, кто сильнее и выиграл. А, да, ну конечно же выиграл Боксибу. Как же эксперимент 1006 не может вывести, да? Ну да, как видел, он урона недостаточно наносит, чтобы его победить.
Поэтому давай дальше. Кто у нас следующий? Ищем еще персонажей. И я думаю, что можно поставить... Ну, пока что у меня не видно кого. Пока что я еще не придумал. Стоп, это Пиджей Паг, еще один. Вау, еще такое есть. Впервые такого вижу, но его тоже съели за секунду. Ладненько, ладненько. Так, продолжаем. Кто у нас еще здесь есть? Это... Бэби Лонг Легс вот такой. Мами Лонг Легс 2, 1. Киси Миси. Киси Миси. Какая она страшная здесь. Так, Мами Лонг Легс. Она тоже проиграла. Бэби Лонг Легс. Смотри, какой меняшка. Бежит. Макодявка маленький. Ладно, давай-ка мы сейчас не Мами. Ой, подожди, я забыл, кого я хотел. Кого-то очень важного. Сейчас. Кто-то был. Киси Миси. Киси справится вообще, у нее здесь столько всяких есть яиц. Вот, например, вот такая. Ну давай, нападай. Ай, проиграла. Вот это. У меня даже звук свой есть. И вот это проиграла. Ну и последнее. Давай, Киси Миси, держись. И она тоже проиграла. Ладно, без шансов, она слишком добрая. Киси Миси, она вообще не способна сражаться. Все-таки женская версия Хаги-Ваги, ну. Ну и есть еще вот такая идея. Давай-ка Поппи, может, сможет. Первая Поппи не смогла. Вторая Поппи тоже не смогла. Подожди-ка, я что-то запутался. Так, вот это Поппи. Давай, сможет? Ай. Походу, ни одна Поппи не справилась вообще. А вот это? Ай, всех съел. Ладно, Поппи слишком маленький для него. Они, ну, не вывозят просто. Окей. Ладно, кого еще посмотрим? Пэт Рок, это кто? Это какой-то из... Что это? Игрушка такая... Ой, ладно. Так, какие еще у нас персонажи вообще из Poppy Playtime остались? Я, короче, хочу финальную битву очень интересную сделать, но у нас есть еще мини-хаги-ваги. Давай мини. Так, гуглим. Мини. И берем вот такого, вот такого, вот такого и вот такого. Четыре разных цвета как раз. Так. Вот так они выглядят. Разбегаются. Быстрее, ребята, спасайтесь. Ай, он всех съел также. Смотри, последний его тоже съел, ладно. Есть еще другие цвета, вот такие вот хаги-вайгушки. Так, у меня даже их 5 цветов уже. Это что-то с чем-то вообще. Смотри, какие няшки, ой! Смотри, так, нападайте. Ой! Что, они съели его? Офигеть можно. Подожди, они еще вот этого съедят. Реально, смотри, они съели бокси-бу. Ай-яй-яй-яй-яй. Без шанса съедают малыши. Не, они вообще какие-то имбовые, я в шоке. Такого быть не должно, если честно. Еще и мамочка сюда прибежала. Что она вообще здесь забыла? Откройте воротину. Ой, это вообще за карту вылететь. Подожди, а куда нам надо идти? Я что-то вообще потерялся. Длинного мамочка вылезла просто и все портит. Ну ладно, думаю, пора проводить финальную драку, потому что мини-хаги-ваги мы тоже посмотрели. В принципе, одна версия хаги-вагушек уничтожает, вторая нет, и тут как бы не разберешь. Я даже не знаю, кого еще поставить. Мамочек мы всех ставили, киси-миси всех поставили. Плеера только, но я думаю, что его уничтожат. То есть игрока простого. Кэнди Кэт, Кэт Би, это вообще бессмысленно проверять. Они очень слабые. Поэтому мы берем финального. А кто у нас финальный? Эксперимент здесь еще есть? Нет, только один эксперимент, 1006. Поэтому, да, ставим вот этого второго бокси-бу и проверяем, какой из них сильнее. Вот этот бокси-бу или вот этот. То есть у нас здесь бокси-бу на бокси-бу. Даже, знаешь, здесь еще есть третий бокси-бу. То есть у нас здесь реально может быть полное соревнование. Итак, сначала мы проверяем вот этого против вот этого. Итак, пошла жара. Блин, они вообще не понимают ничего, ладно. Давай мы отсюда вылетим и найдем покруче местечко. О, допустим, вот здесь как раз у нас пропал отсюда этот чувак. Да, Килли-Вилли далеко, он уже не выйдет отсюда. Мы вот так его закроем и все, другое дело. Так, начинаем. Бокси-Бу против Бокси-Бу. Да, это напоследок будет. Давай-ка мы вот сначала вот этого проверим. Раз, два. Так, пошла жара, кто сильнее? Вот эта версия слабее. Ну, я, кстати, так и думал. Так, вот, еще разок.
Да, слабее. Вот этот вот слабее будет, чем вот этот. Вот я уверен. Сейчас смотрим, смотрим, смотрим. И пошла жара. Ой-ой-ой, прям заруба, видел? Ой, ну это очень крутая битва получилась. Я даже не знаю, кто из них царь, знаешь ли. Вот я ставлю их троих, и даже не знаю, вот. Давай мы попробуем вот этого сразить. И вот этого получается. Ну почему бы и нет? Так только надо его отметить. Смотри, у них даже битвы не получается. Почему? Во-во-во. Стоп, реально-то, посмотри, они просто не сражаются. Как бы я ни пытался. Не, вот другое дело, смотри, ну получается... Подожди, у меня что-то вылетело из головы, кто сильнее. Так, вот эти вот уже посражались. Так, теперь мы вот этого отмечаем. И вот этого красного. Так, этого синего. Все, 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 все. Так. И теперь я хочу еще раз проверить битву. Вот этот красный против вот этого синего. Кто сильнее? Подожди, он его просто в угол загнал, это нечестно. Открываем воротину. Он его просто с одного укуса, притом тот сделал кучу укусов. То есть вот это вот, походу, самый сильный Боксибу. И если бы мы вот этого Боксибу проверяли... О-о-о, здесь миллиард переменных на самом деле. И я думаю, что в этом копаться это просто чекануться можно. Так что... Знаешь, я проверю последнее кое-что. Я напишу Хаги-Ваги от Бенди Демона. И сделаю вот так. И поставлю его против вот этого Боксибушки. Давай, 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 кто победит? Ой, ты все видел, прекрасно все видел. Так, ну ладно, я думаю, даже уже нет смысла больше ничего проверять. Больше у меня предложений нет. Да, это самый сильный. А, Килли-Вилли, Килли-Вилли, конечно, он же у нас тут прячется. Так, значит, вот этого красным, вот этого синим. Смотри, это же реально великая битва. Беги, беги, братишка, у тебя есть все шансы его уничтожить сейчас. Блин, ладно, давай Килли-Вилли нового поставим. Килли. Вот, но мне кажется, что Килли-Вилли все равно сильнее будет. Вот, допустим. Опачки, съел, съел, съел. А если мы таких боксибу миллиард доставим? Что будет? Так, вот этого вот помечаем синим. Этого красный. Красный, 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 красный. Пытаемся их помечать. Так, вот, вот. Вот, 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 вот. И Килли-Вилли не уничтожен. Даже такой толпой. Как видишь. Боксибу пытаются его кушать. Но даже загнав его в угол. Нанося кучу урона. Потому что там по-любому очень много урона. Они все равно его не могут съесть. Это какой-то бессмертный, походу, Килли-Вилли, да? Я понял, ладно. Ну, все-таки выводы ты сделал. И, знаешь, надеюсь, тебе понравился этот видосик. И ты поставишь его лайкусик. Пиши в комментариях, нравятся ли тебе такие битвы. И хотел бы ты еще таких. Да, это Better Condition, кстати, не забывай. Ну и подписывайся на канал, чтобы быть няшечкой, если я этого еще не сказал. И, конечно же, не теряй!